вот я в своем любимом отделе косметики. И сейчас я покажу немножко мебели. Так, чтобы все это стенами было, конечно, для вас. Эрик в meat department. Эрик в meat department. Call me at 150 for customer assistance. Thank you. Это что у нас тут за 7.94? А, это румяна? Это на 14 часов помада за 5.94. Три часа помада. Всякие цвета. Тема. 7.94. На меня уже, конечно, смотрят тут как на тетю с приветом. Зайти, у меня там люди ходят. Так, это что мы тут смотрим? Тоже помада. Тоже Superstay. То есть она будет у вас на губах 14 часов, как они обещают. Наверное. Цены, как видите, 5.94. Так, дальше тоже все помада. Это помада. Тут уже девочки лицо помадой разукрасила. 5.50. Это вроде как бы обычная помада, без какого-то там суперэффекта до 14 или 24 часов. Мне интересно, зачем помада на губах 24 часа? Кто-нибудь задумывался тоже над этим? То что, 24 часа где-то бодрствовать с этой помадой на губах? Ну вот, я ж не выдумываю, вот она, 24 часа. За 7.94. Вот так вот. Ее, наверное, нужно пемзой снимать. Биби крем за 7.44. Идем вниз. Вот в сторону. Фаундейшн. 7.94, всякие разные, в плоских бутылочках, в плоских, со всякими эффектами. В общем, смотрю, все, 7.94, вон внизу 8.94, вот такой вот, и вот этот вот мусс 7.97. Вот. Это очень-очень хороший фаундейшн, очень хороший, если себе правильно подберете цвет, что он так замечательно лежит на коже. Единственное, что вот у тех людей, у кого жирная кожа на лбу, вот может быть через несколько часов немножко блестеть. И пудру тоже надо, конечно, подобрать. И будет выглядеть так, как будто у вас просто идеальная кожа. Никакой пудры, вообще никакого этого фаундейшн не будет видно на лице. Называется это Fit Me. Вот так вот называется. И вот если кто-то подберет себе цвет, очень близкий, но к своему тону кожи, будет очень доволен. Не знаю, что просто, конечно, нужно будет пудрочкой немножко, как бы вот, лоб освежать. Я опять говорю, у кого жирная кожа, у кого нет, значит, проблем не будет. Но это мне до такой степени нравится. И вот я уже там говорила в своих видео, я раньше работала в косметике. И вот это вот на уровне вот той дорогой косметики, которую мне приходилось продавать. Действительно, качество обалденное. Вот он, Fit Me. И вот румяна 4.48. Пудра 5.94. И вот фаундейшн 5.94. Тоже вообще цены такие копеечные. Но эффект действительно меня очень удивил. Вот. Ну, это что-то у нас другое тут. А, это, значит, такие, которые якобы должны морщинки разглаживать. Честно говоря, ничего не пробовала этого. Не знаю, как оно там что разглаживает. Если верить, если как бы
если она такое же хорошее, как и фитнес, тогда, возможно, там что-то и какой-то эффект она производит на кожу. Мини-палеточки. Сколько там? 6,48 от Maybelline. Эти вообще 2,94. Вообще ничто. Мне кажется, вот эти вот неплохо были бы для Smoky Eyes. Вот такие. Ну ладно, все заканчивают, и люди здесь собираются, смотрят на Янку с приветом и удивляются мне, что она тут делает, еще на каком-то языке разговаривает непонятно. Так, все, всем пока. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на Янкин канал.